Однажды в белый день, в забытый черный год, беглец прорвался на свободу, всем цепям и каторгам назло. Как зовут, откуда, кто таков? Все, что было, словно отрубило. В гнездах шарил он, копал коренья, спал в берлогах и опять куда-то шел. Уж поспевала ягода малина, она давала сил, чтоб дальше двигаться вперед. Земля тогда была щедра, накормит к вечеру до сыта, соломку приготовит до утра. Но не считая долгих дней побега, он шел все дальше, день ото дня. И как-то раз пришел к весеннему ручью, увидел отражение в воде. И слезы побежали и упали, оставив след на зеркале воды. Нет конца и края той дороги. Все живое, все цветет, но заслонила Азия Европу неприступным каменным щитом. И на рыжем глинистом отвесе путник наш нашел надежный кров, что стремится выше, в поднебесье, небывалой каменной стеной. В ту пещеру, что нашел наш странник, обдирая кожу на куски, он вскарабкался, как ящер, на раны, несмотря свои. День за днем сменяются в поселке. Слухи разные грядут. Бабы, собираясь вместе, обсуждают деревенский слух. Говорят, охотники былые видели мужчину у ручья. И детишки озорные слышали в чащобе чужака. Может, правда, кто-то поселился в чаще? Кто же он таков? Каких кровей? И откуда взялся этот странник? Что он ищет здесь? Зачем? Думам разным не было предела. Каждый размышлял, то он такой. То ли это каторжник безвинный, может быть, какой-нибудь святой? Или же наследник царского престола, что исчез, отрекшись от венца? Или заплутавший бедный странник, что пропал в густых лесах? Бабы шли, неся гостинцы старцу, что поселился в каменной избе, что живет в лесу уральском на высокой каменной горе. Самого ж не видели воочию, он таится, избегает встреч. Как отшельник, только темной ночью он выходит, чтобы взять поесть. Забирает он дары людские и уходит вновь в свою избу. Так живет который месяц, не тревожа жителей в лесу. Дух Урала колобродит всюду, захватил пещеру заодно, растревожил странника лесного ожиданием чуда наяву. И пришло оно, святое, в ярком платье, в ситцевом платке, собирая дивные цветочки с маленьким узлом в руке.
и вскарабкалась по скалам, не боясь больших высот. Словно маленькая пташка поднялась, взмахнув крылом. И сказала: «Деда, выходи на волю, я несу тебе поесть». И не смело, аккуратно, пробираясь в черную мглу, шла девчонка осторожно к незнакомцу, к чужаку. И, увидев спящего в пещере, села рядышком тайком и ладошкой, теплой без опаски, прядь волос погладила его. Он услышал мир, живой и звонкий, звоном заливалась голова. «Ангел ты?» — спросил ее тихонько. «Нюркой кличет, а тебя как звать?» «Я Игнатий». Эхом разнеслись слова. У иконы старец плакал. «Сколько лет в безвестии прошло? Ломит кости, затекает тело. Сколько мне еще дано?» Потрясенный, веря и не веря, странник двери в душу отворил и увидел: нет немого зверя, человек живой заговорил. И не мог уже один остаться. Говорить хотел он, говорить, одарить с лихвой за это счастье. Да ведь нечем было одарить. Но отбросив страхи и сомнения, понял он, как важно жить, и решил тогда девчонке много сказок подарить. Осмелев, пришла к нему в пещеру, села рядом, принесла цветы, ну а он дарил ей сказки, выбирая с донышка души. Память наша в будущее вера, сквозь нее в бессмертие взгляни, и следы Игнатьевской пещеры сохрани для будущей родни.